Давняя дружба связывает коллективы Брянского машиностроительного завода и Ленинградского завода имени Жданова. На многих судах, построенных ленинградскими корабелами, стоят дизели, сработанные брянскими мастерами. В нынешнем году Брянскому заводу исполняется 100 лет. В честь юбилея новому судну, построенному на берегах Невы, присвоено имя «Брянский машиностроитель». Включившись во всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана третьего года пятилетки, корабелы дали слово спустить судно на воду на 15 дней раньше срока. Обязательство выполнено.